администрация Твери продолжает бороться с парковками на газонах. Идет большая кампания по выявлению транспортных средств, припаркованных в местах, запрещенных правилами благоустройства города. Напомним, что муниципальный парламент утвердил их еще осенью 2014 года, однако до сих пор многие автомобилисты игнорируют этот документ. Администрация Твери уже не первый год ведет борьбу с парковкой автомобилей в тех местах, где она запрещена. Только по итогам первого полугодия текущего года к ответственности в виде штрафа привлечены 2250 недобросовестных автовладельцев. Фиксация таких фактов ведется в автоматическом режиме, благодаря чему нарушители ловят сотнями. Одного рейда выявлено было 148 административных правонарушений, материалы все поступили в административную комиссию, по ним будет принято процессуальное решение о назначении административного наказания. Нередко автомобилисты ставят машины не только на зеленых зонах, объезжая при этом установленное ограждение или переезжая через тротуары. Нарушители пытаются парковаться на незаконно организованных стоянках, самовольно устанавливают элементы ограждений кустарного производства – столбики, тросы, цепочки. Всех их ждут внушительные суммы штрафов. Данные поступают в административную комиссию, которая принимает решение о назначении административного наказания по пункту 9 статьи 35 закона Тверской области об административных правонарушениях. Размер административного штрафа для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Городские власти напоминают, что те, кто паркует свои машины на газонах, не только портят таким образом зеленые насаждения, например, цветники, они наносят ущерб инфраструктуре. Заезжая через бордюры, нарушители расшатывают их, что приводит к возникновению повреждений покрытия дворовых проездов и тротуаров. Поэтому такие рейды будут продолжаться и впредь.